Всем привет! Сегодня я хочу начать закупки в магазине Тедди. Самая большая наша закупка в магазине Тедди, мне кажется, за всю историю нашей жизни в Германии. Я в прошлом видео вам сказала, также публиковала в Инстаграм и Фейсбук Сторис, то, что на этой неделе скидка 30% на весь ассортимент магазина Тедди. Я надеюсь, вы успели воспользоваться этой скидкой, потому что, когда видео выйдет на канал, скидка в Тедди уже закончится. Но я покажу вам, чего мы вместе с мужем всякого там набрали. В первую очередь взяли полки в ванную, в душевую кабину. 10 евро, да? Но это оригинальные цены. От них потом с общей суммы чека 30% вычлось. Раз. Дальше. Взяли Луне свитер. Потому что сейчас холодно, она очень любит быть на улице. И у нее еще нет подшерстка нормального, как будет у взрослой собаки. И она мерзнет. То есть вот даже сегодня она сидела на улице и ни в какую не хотела заходить домой, хотя уже тряслась. И мы взяли ей такой свитерочек. Будем сейчас все мерить. За 8 евро. Размер L. Теоретически он может быть немножко великоват. В общем, не знаю, вообще будем мерить. Это вот на сейчас. А на зиму взяли курточку. Курточку, правда, взяли размера M. Сначала взяли L. Потом увидели, что на скидочной полке вместо 12 евро можно взять за 5 размер M. Поэтому взяли, померяем. Но если не подойдет, что уж делать, придется вернуть. А в остальном, конечно, классно. Скидка, да, на скидочные товары тоже еще минус 30. Вообще, сегодня будет много закупок. Взяла себе гетры, потому что у меня зимняя обувь короткая. И джинсы тоже короткие. Часто мерзнут щиколотки. И в Тедди взяла такие простые, черные, вязаные за 1 евро. Там же схватила сыну носки за 3,55. Здесь 3 пары. Набрали, правда, много. Простые свечки с фонариками. У нас где-то есть, тоже не можем найти, поэтому взяли 2, чтобы всегда были под рукой. Такие крючки, чтобы вешать декор, например, на дверь. Опять же, не нашли специализированные, поэтому взяла обычные, самые маленькие, которые там были. Кылечки. Тоже в доме всегда такая вещь нужна. Резиновую игрушку для Луны. Луна уже тонна игрушек. Но резиновая сейчас нужно, чтобы она чесала зубки. Потому что все игрушки она разгрызает быстро резиновые. Это жесткая резина. Она уже сразу среагировала. За 3 евро. Морковку такую ей взяли. И за 6 евро миску металлическую на улице, чтобы тоже ей воду поставить. Потому что пластиковую она разгрызла. Такая простая. Мы кошкам покупали в Action миски. Не кошкам, а именно лапки. Миски, там был такой маленький выбор, а в Тедди выбор большой, я не знаю, то ли недавно, то ли просто я не обращала внимания, я прям довольна. Муж выбрал себе брелок за 2,55. Такой классный. Что еще? Там же цапнули еще одну игрушку для Луны, тоже подкупила скидка всего за 1 евро, да, с учетом 30%, это всего 70 центов, да. Грех не взять, начальная цена 2,55, как вы можете видеть, дефекта никакого нет. Так же, как и на куртке, да, и у игрушки. Перчатки для Маркуса, 3 пары за 3 евро, самые обычные, простые на осень. Еще купили такую косточку, попробуем, потому что все вкусняшки, опять же, она сгрызает моментально, а это прям кость. Посмотрим, как она ей понравится. Написано, что как только кость ломается, ее нужно сразу выкидывать, собаке поломанную не давать. Так что надо обязательно следить, нельзя дать и уйти. Но это и не страшно. И 100 свечек обычных маленьких взяла. Тоже сейчас Рождество, да, во все светильнички, в подставочки. Прошлую упаковку я купила 7 лет назад. 5 евро стоит. Купила 7 лет назад, и вот сейчас пришло время купить новую. Так что эта история тоже надолго. И взяли немножко цветных фонариков. Тоже в приближении различных праздников. Это не все, да? Купили еще наклейки на окна. Тоже уже к Рождеству, к Хэллоуину ничего не взяли. Долго ходили, смотрели. Ничего не было интересного. Понравился один череп. 25 евро он стоил. Большой, тяжелый, такой типа керамический. Но он не то, что понравился. Это было единственное, на что упал наш взгляд. Продавец даже сказала, что сделает нам скидку до 15 евро. И минус еще 30%, да? То есть цена вроде бы хорошая,
Мы все равно не взяли, не настолько он был классный. А что было прям классное? Ой, как бы вам так показать? Так, кровать для Луны. Еще одну мы купили. На этой кровати не было, я сейчас покажу крупным планом, не было ценника. И мы все равно ее взяли, не знаю, сколько стоит. Видите, у нее вот эта часть вынимается, можно стирать. А внутри такая, как не промокашка, да? Классно. Но мне понравилось качество, понравился внешний вид. У нас есть одна кровать, она стоит в спальне, где Луна всегда спит ночью. Вторую кровать я хочу в зал, чтобы днем она тоже могла удобно устраиваться именно в кровати, да, или когда мы все в зале. И, например, ей не хочется с нами быть на диване, когда будет у нас зал и диван, да. Взяла такую кровать, не знаю, сколько она стоит. На кассе тоже мне сказали, что она стоит также 25 евро, но я взяла ее, потому что она мне понравилась. Вот, смотрите, да, крупным планом. Такая она квадратная, с бортиками, плотная. Качество хорошее, правда, вот все мы посмотрели там кровати, и это мне прям понравилось. Ну и цена 25 евро, это тоже хорошая, потому что в том же там Amazon заказывать очень дорого. Ну и сюда при желании можно пледик постелить, если что. Такая кроватка серенькая. И за все это чудо мы заплатили 66 евро с учетом скидки. Правда, так много в магазине Тедди мы не тратили никогда. Смотрели различный декор на Рождество, но тоже ничего не выбрали, кроме, по сути, вот фонариков и наклеечек. Огромную закупку сделали в Эдаке, потому что в пятницу, в субботу скидка 10% на общий чек. 10% на продукты, скидка всегда хорошая. Взяли 2 килограмма, 2,5 килограмма картошки. На самом деле, правда, много всего взяли. Были еще наклейки со скидками. И плюс еще в приложении было 4 евро скидка при покупке от 50. В общем, скидки на скидку получились классные цены. Пиццу взяли опять 3 штучки на нашу пятницу пиццу. Новая упаковка, да, как вы можете заметить. Содержимое то же самое. Я уже говорила, да, что нам понравились вот эти пироги с творогом и маком на завтрак, если их разогревать в духовке. И опять на выходные мы решили взять с творогом. И увидели на полке скидку 30% еще на пироги с маком. Это прям специально для нас лежали 2. Мы их сразу тоже забрали. Дальше тост, обычный белый. Взяли Деда Мороза, да, вот Kinder. Сейчас при покупке такого Weihnachtsmann от фирмы Kinder, если зарегистрировать чек, бесплатно по почте домой присылают носки. Классные рождественские носки от Kinder. Можно, по-моему, до 4 раз участвовать с того аккаунта. Я обязательно закажу. Обязательно закажу несколько, да, но нужно делать разные чеки, поэтому я не стала брать уже второго. Сметану купили от Кварки. Сливки обычные для готовки. Две пачки слоеного теста. Подружка мне прислала рецепт. Слоеное тесто с курицей хочу приготовить. Очень она хвалила. Муку 4 килограмма. Пора пополнять запасы. Остальные сейчас тоже достану. Взяли малинки 125 грамм. Брокколи. Вкусненькую из неполезного бургера на работу с собой на учебу. Готовые котлеты, потому что надо делать уже ремонт, а не заниматься готовкой и домашними делами. Мяско, стейки свиные, 0,5 килограмма тоже по скидке 30%. И на все это, напомню, еще минус 10 было, да? Маленькие такие помидорки, 0,5 килограмма. Соленые огурчики взяли. Я все жду, когда будет скидка 25% на консервацию, поэтому беру понемножку. Взяла кукурузу Бондюэль в приложении Market Guru. 30 центов кэшбэк будет с каждой банки. Мелочи приятно. Сосиски взяли на этот раз в мясном отделе, в мясной лавке, да, можно так сказать. 8,90, да, за килограмм. На 8,86 взяли, чуть меньше килограмма. Толстенькие такие сосисочки. Я не знаю, открывать вам, не открывать. Напишите в следующий раз, распаковывать или нет. Так, еще мука оставшаяся. В Эдаке тоже была у нас большая закупка. Схватила еще кубики Магги. Тоже 50% здесь скидка на них. Еще один тост цельнозерновой. Взяли тоже там. Взяли в Эдаке, я опять свои пакетики оставила в машине. Взяли в Эдаке хурму. Начался сезон каки.
Германии, в Нидерландах, да, хурма называется каки. Взяли 4 штучки, попробуем, какая она вначале, вкусная или не очень. Паприку, 3 штучки, тоже полкилограмма. И огурчик, да, если я не ошибаюсь, по эдаке это все. Давайте посмотрим чек, и заодно будет понятно. Все минусы вы видите сами, я не буду лишний раз их озвучивать, да. Картофель стоит 1,79, пирог 2,49, но с учетом многих скидок цена получилась прям супер замечательная. Это которые с маком. С творогом 2,49, сметана 1,19 €, сливки 99 €, брокколи 1,11 €, по 55 €, хурма не поштучно, мука по 59 €, а еще и со скидкой за 53 €. Классно. Отличная цена, прям к Рождеству то, что нужно. Тост 1,19, 1 и 2 одинаково стоят. 2,29 бургеры, 3,49 котлетки, 4,99 мясо, но тут опять же, да, 30% скидка. 99 € стоит тесто, паприка 1,49, малина тоже 1,49. Сосиски 8,86, здесь у нас вот эти две отличные скидки. И еще не забываем штемпель, который в эдаке ставят в мясном отделе. Феррера 1,69, это получается у нас Вайнахтсман, да, который Дед Морозик. 55 г в нем всего. Маги, кубики получились вообще меньше 50 € даже. Пицца 3,99, вы посмотрите, 3,99, то есть еще на 20 € поднялась цена. И 20 € вычелось благодаря наклейке из журнала. Вторая пицца также 3,99, помидоры 3,79. Здесь у нас третья пицца. 99 € кукуруза, минус 10 € общая, это 89, и минус еще 30 из Market Guru, мы получаем 59 € за банку кукурузы. Это классно. Взяли две. Огурчики 1,59, консервированные, свежие 69 €. А, 4,49 угли, точно, но угли, как обычно, остаются у нас на улице, я вам их не показываю. 58 €, 93 € нужно было заплатить, 4 € гудшайн из приложения, благодаря вот этому коду, если вы его пропустили, обязательно воспользуйтесь. 54,93 заплатили и 29 пунктов получили на карту Deutschland Card. Lidl. Lidl взяли опять творог, полезно и вкусно. Детям повеселиться на Хэллоуин. Это старшему, это младшему. А то о чужих детях думаем, набираем сладости. Нужно и о своих тоже подумать. Чай. Завезли зимнюю коллекцию. Сладкое жареное яблоко. Очень он вкусный. Взяла попкорн. Сладкий и соленый. Я не помню, сколько у меня осталось дома еще в запасах, но взяла. Взяла полкилограмма грибочков, они по скидке, здесь смесь, да, 1,60 € и минус еще 30% благодаря 30% скидке, да, на замороженные товары. 350 г, здесь где-то порядка 1 € у меня вышла итоговая цена, супер. Взяла еще один мешок рыбных палочек, потому что мы их едим. И скидка, опять же, вместо 10 € я заплатила 7. Две пачки сосисок. Морепродукты, я прям ждала, что на них сделают скидку, 2,72 и минус еще 30% за 2 €, 300 г морепродуктов. Они классные, вкусные, уже в соусе. Мы взяли 3 пачки, раньше брали с 50% скидкой, да, когда она была. Я всегда говорю, да, замороженные товары продают, чтобы освобождать место на полке, а не в связи со сроком годности, потому что еще целый год они могут лежать в морозилке. Еще взяла хлеб, на него тоже получилась скидка на скидку, он получился дешевый, где-то порядка 50 €. Тоже своим же детям взяли снеки на Хэллоуин в виде пауков, 2 ребенка, 2 пачки. И опять 10 пачек макарон, остались только спагетти, но это тоже хорошо, опять же срок годности у них до 26 года аж, за 2 года 10 пачек мы съедим. Без сомнения, потому что 39 € за пачку. Этот купон был у всех, для всех приложений Lidl Plus. Надеюсь, вы им тоже воспользовались, потому что в прошлом видео я озвучила, в сторис показала. Надеюсь, никто не пропустил.
Ой, цены. Если вам интересно, минусы можете делать. Минусов много. Во-первых, скидка 30% из приложения, скидка 30% по наклейке. Вот это маленькое в конце, у меня был купон на 1 евро еще, да? Тоже такой маленький приятный бонус. Рыбные палочки, стартовая цена 10 евро. Грибочки 2,29, тоже на них целых 3 скидки. Творог 1,99 за каждую пачку. По-моему, тоже подорожал, да? Напишите, кто следит за ценами лучше, чем я. Снеки 1,49, спагетти 79 центов, да, ну вот они, прекрасные скидочки. Чай 1,49 стартовая цена у хлеба, тоже очень много на него скидок. Ага, вот это снекис, это сосиски по 1,49, а по 99 центов это снеки, вот как раз таки, которые Хэллоуин. По 99 центов это карамельки. И попкорн также по 99 центов. Господи, все совсем разобралась, все сказала. 31,73 заплатили за такую большую покупку в Lidl. Классные цены. И были в Рево. Я говорю, сегодня прям все магазины... А, мы еще в Пене были. Ой, вообще, все магазины захватили. Взяли два масла. Керригольд. На него был кэшбэк в приложении Марка Гуру. И на другой сорт, который в баночках, в приложении Сконда еще тоже кэшбэк. Тортилла с начосы взяли. Шокомель одну упаковку. Взяли фрюлингс роллен. Они вкусные, нам нравятся с овощами. Без мяса. Пробовали с говядиной, с курицей нет. С овощами самые классные. Мы бы взяли больше упаковок, чем две, но больше просто не было. Поэтому пришлось ограничиться всего лишь двумя. И взяли два бекона от фирмы Tulip. Потому что меня выбрали на тестирование от сайта ТРНД. Здесь немножко необычное тестирование. Товар не присылают мне домой. Я должна купить его сама. И деньги общей суммы 6 евро мне вернут обратно на счет. Когда я загружу чек. Мне без разницы. Я знаю, что это работает. Что это надежно, стабильно. Сайт хороший. Всегда участвую. И взяла конфетки Линд. Линдор от Линд. Потому что на такую упаковку... 2,39. Кэшбэк в приложении Market Guru можно до 4 пачек купить на 2 аккаунта. Во многих магазинах есть наклейка. Скидка 20%, 20 чем-то процентов. Тогда получается такая упаковка. 100... Нет, я не знаю, сколько здесь грамм. Вот ее оригинальная, кстати, цена. 4,79, да. Получается такая упаковка 137 грамм за 1 евро. Это было бы шикарно, но у нас не было, к сожалению, скидки, мне пришлось взять за 4,79, я очень люблю эти конфеты, поэтому взяла только одну пачку. Была бы скидка, пачек было бы, конечно же, 4, и я была бы очень рада. Цены. Кусочки бекона по 2,99 за каждую, это деньги мне вернутся полностью обратно. Масло 1,59 за каждую пачку, 1,89 шокомель, но скидка 40 центов еще в приложении Реве. Фрюлингс роллер, рулетики 2,79 каждая. Чипсы начосы 1 евро и 4,79 конфетки от Линд. Мы отвезли фант, заплатили 15,77 и здесь до смешного 11 пунктов на карту Payback. Такой грусти в Рево у меня еще не было. Ну а в Пене мы набрали вунжгутшайны. Мы хотели взять на 1000, может больше, сколько бы допустили, но допустили нам 550. Мало, грустно, жалко, но куда деваться, да? Напомню, что сейчас вот эти два дня, пятница, суббота, в Пене была акция умножения пунктов на 16 при покупке этих фудшайнов. То есть, кто понимает, о чем я говорю, да, в общем и целом, это получается скидка 8 евро со 100. Это очень выгодно и полезно, но много взять у нас не удалось. Такая у меня большая для вас стартовая закупка одного дня. Сегодня мы заехали в Markt Kauf, буквально мимоходом. Взяли там яйца. Они по скидке за 1,79. Любая скидка на яйца, хорошая скидка. Взяли мужу чипсы к пиву. Детям тоже немножко взяли гадости. Арахисовые палочки. Взяли 8 коробок яблочного сока от Эдека. Тоже детям, чтобы пить. Так, такую штуку взяли в обе. Это розетка с таймером. Готовимся уже к Рождеству включать, да, то есть розетку включаем, как обычно, вилку в розетку и сюда, например, елку рождественскую с огоньками или любые огоньки. И ставим таймер от 1 часа до 24, и оно отключается.
И такую же тоже в обе взяли для улицы, для уличного освещения, чтобы ночью зря не тратить электричество. Ну и самым топ просто покупкой, акцией, скидкой оказался Линд. Я сказала вам уже, да, что в приложении MarketGuru кэшбэк 2 евро 39 центов за каждую пачку. Вы можете видеть, здесь цена 2,40. То есть 3 пачки Линд конфеток обошлись мне в 1 цент каждая, 136 грамм в каждой пачке. Вкусы были с клубникой, с малиной. К сожалению, на классические скидки не было. Но ничего, с кокосом тоже мы уже попробовали. Вкусные и нежные. А то, что бесплатно, добавляет им еще особого вкуса. И взяла корм Purina One. Я ждала, когда будет по акции. Ну, не дождалась, акция уже, кэшбэк скоро закончится. Поэтому взяла только одну пачку. До 6 евро они возвращают на счет. То есть можно купить либо две, тогда будет хорошая скидка, либо одну, она будет полностью бесплатно. Ну, либо рискнуть и подождать еще скидки, чтобы взять тогда бесплатно две или за очень дешево. Там же взяли дупло, 20 шоколадок. Будем тоже уже к адвент-календарю готовиться, детям наполнять. И в обе дали нам магнитик в подарок. Ну, такая рекламка, да, прям сильно подарком это не назовешь. По 99 центов яблочный сок, 8 пачек, чипсы 1,99, дупло 2,99, 1,11 арахисовые палочки, Purina One 4,49, вот кошачий корм, да, то есть видите, довольно-таки высокая цена, но эта сумма полностью вернется мне обратно. Линд 14,37 была бы цена, да, минус 7,17 скидка, 7,20 заплатили полностью, эта сумма мне вернулась обратно уже в приложении MarketGuru. Обязательно закачивайте, если у кого нет, вот с этим кодом получаете сразу 1 евро на счет. Сами видите, акции там бывают классные. И яйца по 1 евро 79 центов. 31,07 заплатили и 15 пунктов получили на карту Deutschland Card. На этом у меня все. Закупок немало, но товаров много. Спасибо вам за просмотр. Я желаю всего хорошего. Пока-пока. Хороший выбор игрушки, в общем. Морковка.